Да хороший чемпионат прошел, регулярный чемпионат закончился. Все самое интересное начинается сейчас. И ребята прекрасно понимают. Я думаю, что и наши, и команды соперника, что я хочу поздравить, Антонович, вас, что молодцы, вышли в плей-офф. И наша команда, да, как бы по результатам по всему могли забраться вверх, но, значит, так судьба распорядилась, значит, стартуем плей-офф со второго места. Ничего там страшного нету. И сейчас у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к сопернику. Но, как сказали, что пока соперник еще неизвестен, кто будет, ну, рассмотрим и другую команду. Значит, завтра должно решение быть принято, в принципе, как нам обещают руководители. Ну что, будем готовиться. Все самое интересное начинается. И именно те игры, которые ждали, наверное, болельщики весь сезон, и мы ждали, и ребята ждали. То есть и это будут, и, наверное, интересные матчи, я так думаю. И от ножа, как я говорю всегда, с душой и сердцем эти матчи нужно будет играть. Поэтому все в них разыгрывается, и звания, и места, и участие в дальнейшем в соревнованиях международных. Поэтому будем готовиться. Спасибо болельщикам за поддержку. Очередной раз говорю спасибо ребятам, что сегодня у нас было очень много, как бы, людей, которые пропускали матч. Готовятся они к плей-офф, так будем говорить. И сегодня по ходу матча Тёма Антошкин почувствовал спазм, да, чуть, и поэтому не стали рисковать и дальше продолжали играть. Поэтому привлекли ребят из дубля, и хочу их поблагодарить, то, что они сегодня ночью прилетели, то есть это Никита Емельянов и Джонни Джигиринай, ночью прилетели после игры с Алмаза, да, в плей-офф у них высшей лиги, и они сегодня вышли, какие-то моменты, сколько им было времени отведено, они сыграли именно так, как они умеют, и еще хотел все равно бы, чтобы от них лучше было. Но они молодцы, как бы, ну и все ребята сегодня тоже, я считаю, что сыграли. На данный момент так у нас получилось, что много, как бы, состав чуть-чуть не сыграны, и четверки тусовались, поэтому так сегодня 3-1, победа. Ну, хотели выиграть сегодня, так и получилось. Спасибо.